Противостояние между норвежцем Магнусом Карлсеном и Вишванатаном Анандом из Индии длилось больше 5 часов. После 47 ходов игры гроссмейстеры согласились на ничью. На протяжении всей партии у меня не было большого перевеса. Конечно, мои фигуры стояли поактивнее, я пытался найти путь увеличения преимущества. Но, к сожалению, когда я считал варианты, то пропустил очень сильную идею за соперника. Придя к просчитанной позиции, я понял, что не могу играть, как планировал, из-за хорошего ответа противника. И в какой-то момент мне даже показалось, что я стою уже хуже. Но все-таки равновесие позиций сохранилось до конца встречи. После 4 партий матча счет 2-2. Действующий чемпион Карлсен играл белыми фигурами. Следующая партия завтра. За шахматный стол претенденты на корону сядут ровно в 15 часов. Белые фигуры на этот раз будут у Ананда. Напомню, всего в матче за звание чемпиона мира предусмотрено 12 партий.